Почти 400 любителей активного образа жизни, несмотря на ненастную погоду и раннее утро, пробежали 5 километров в поддержку Амурского тигра. В рамках спортивно-зрелищной программы 7-го Восточного экономического форума на старт вышли министр спорта Олег Матыцин, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, участники ВЭФ и жители Приморского края. Показать пример нашим дружественным странам, каким образом надо встраивать спорт в экономику, в повседневную жизнь наших граждан. И те мероприятия, которые состоятся с участием федерации, с участием края, они символизируют государственную политику в области спорта, отношение президента к спорту, правительства Приморского края. И я думаю, такой командой мы вместе показываем, что мы уделяем большое внимание формированию здорового образа жизни, культуре здорового образа жизни, а это основа стабильного развития общества. Перед забегом участников мероприятия энергичная разминка зарядила заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и уроженка Приморья Лилия Ахаимова. Маршрут в 7 утра стартовал от океанариума и прошел по острову Русский. Самых быстрых определили в двух возрастных группах. Астропика Алена! Приятно! Приятно видеть на пьедесталах знакомые лица людей, которые бегают в любую погоду. Подарки от наших партнеров! Грамота! Все вырученные средства пойдут на проекты Центра «Амурский тигр» по поддержке особо охраняемых природных территорий в ареале редкого хищника. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.